Вместе с вами хочу сказать слава Господу. Стих для нашего назидания. Сосуд с елеем. Спросил пророк, что ты имеешь в доме? Но что имеет бедная вдова, не ведая, что в вечном Божьем взоре сокровище я в доме берегла? Стоит завален мусором в кладовке, забытый, потерявшийся во тьме на самой дальней, самой пыльной полке сосудик веры, масло в нем на дне. Немного масла. Это ли спасение? Как этой каплей долг мне оплатить? Но Бог открыл мне тайну в откровении, как от любых оков свободной быть. В слова пророка вслушалась душою и принялась за дело в тот же час, поверив твердо, Бог своей рукою уже мою семью от рабства спас. Конец пути, увидев от начала, позицию и роль свою открыв, ходатаем в проломе смело встала за всех, кто мне так дорог и любим. Смотри, Господь, сосуд я собрала, какие только удалось найти. Я мыла их, я их опустошала, их чистила снаружи и внутри. Сосуд амбиций был на первой полке, но самым грязным оказался он. Сосуд позиций лишь стоял без толку, сосуд дары служения лишен. Заплесневело в кротости, в смирении, пришлось огнем всю плесень выжигать, всю паутину в чувствах и в воображении. Пророк сказал с усердием снимать. Сосуд мой честность треснут оказался, пришлось ему подклеить черепки. Сосудик совесть даже потерялся и еле-еле удалось найти. Не просто мусор, что наплип годами, из гордости житейской доставать. Не просто пятна черными слоями старательно из памяти счищать. Не просто все, что сатане служило, в служение Богу было посвятить, но я живой водой сосуды мыла, чтоб для Творца они могли служить. И вот мои сосуды пред тобою, готовые по слову твоему, чтоб ты, Господней, мудрою рукою освободил от уз мою семью. Закрою плотно окна все и двери, чтоб бесы больше не попали в дом, и драгоценность, тот сосудик веры, возьму, чтоб чудо ты явил бы в нем. Немного масла, это ли спасение? Но сколько я в сосуды не лила, но это масло мне на удивление не убывало вовсе у меня. Оно текло, оно благоухало чистейшим и веселым ручейком, елеем все сосуды наполняло и наполняло радостью мой дом. Святого Духа было в изобилии, хватало на сосуды и на долг, и не было на земле той силы, какую лил в мои сосуды Бог.
сполна мне хватит выкупить из рабства себя, детей и всю мою родню. Не убывает в доме масла, в сосудах чистых я его храню. И если есть сосуд нечистый в доме, ты мне, Господь, на это укажи. Имея свет в твоем великом слове, найду сосуд, что в уголке души. Я каждый день сосуды проверяю, чтоб в чистоте и в святости хранить. Я Богу их всецело посвящаю, чтоб он всегда их мог употребить. Спросил пророк, что ты имеешь в доме, но что имеет бедная вдова, не ведая, что в вечном Божьем взоре сокровище я в доме берегла. Немного масла, в нем найдешь спасение, в нем есть источник, долг весь оплатить. Немного масла, в нем есть откровение, как от любых оков свободным быть. Слава Богу!